Американское одеяло и атрофия европейской безопасности. Как Запад остался без плана «Б»? В Германии 16-18 февраля состоялась 60-я Мюнхенская конференция по безопасности. Форум собрал политиков и экспертов из десятков стран мира для обсуждения вопросов внешней политики и обороны. Одной из ключевых тем стала ситуация в Украине. И, как подметили ряд западных СМИ, в отличие от прошлогоднего форума, в этом году оптимизма у западных союзников Киева явно не доставало. Пленники американского дискурса. Чем Киев пригрозил Вашингтону? В своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский сделал упор на нехватке западных поставок вооружений, пишет украинское издание «Страна». Именно с сокращением помощи со стороны союзников Зеленский связал отступление ВСУ из Авдеевки. Президент Украины призвал Запад поставить больше систем ПВО, использовав весьма интересный аргумент. «Если будет достаточно систем ПВО в Украине, мы сможем вернуть домой миллионы украинцев, миллионы наших людей, наших беженцев». Отдельно Зеленский коснулся вопроса остановки американской помощи. И здесь не обошлось без своеобразной угрозы. Так, вице-президент США Камала Харрис после встречи с президентом Украины признала, что у Вашингтона нет плана «Б» в вопросе дальнейшей помощи Украине. При этом она пообещала, что американская администрация продолжит добиваться от Конгресса поддержки Киева. На это Зеленский заявил, что США перестанут быть стратегическим партнером Украины, если прекратят оказывать помощь. «Мы очень рассчитываем на позитивное решение Конгресса. Для нас этот пакет жизненно важен. Мы на сегодня не рассматриваем альтернативу, потому что мы рассчитываем на Соединенные Штаты как на нашего стратегического партнера, что они останутся стратегическим партнером. Если мы говорим про альтернативу, это значит, что это не стратегический наш партнер», – заявил Зеленский. По его словам, договор о гарантиях безопасности с США может быть подписан после того, как Конгресс разблокирует помощь Киеву. Но сейчас этот вопрос подвешен как минимум до середины марта. При этом некоторые наблюдатели полагают, что вопрос могут не разблокировать и до выборов президента США из-за разногласий по этому вопросу между демократами и республиканцами. Воплотит ли Зеленский в таком случае свою угрозу разорвать отношения с американцами – вопрос открытый, отмечает «Страна». Между тем, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина во время Мюнхенской конференции заявила, что из-за отсутствия военной помощи от США Киев оказался в ситуации неопределенности и не может знать, что произойдет через 2 недели. «Мы сейчас оказались пленниками американского дискурса вокруг финансовой помощи в Конгрессе. Фактически мы оказались в изменившейся реальности, реальности неопределенности. Раньше наши партнеры стояли плечом к плечу с военной поддержкой. И сейчас в этом плане мы не знаем, что будет происходить даже через 2 недели. Это важная составляющая дестабилизации. Мы надеемся, что это скоро прекратится», – сказала Стефанишина. Много заявлений о перспективах украинского конфликта было со стороны Германии. Канцлер страны Олаф Шольц, выступая на Мюнхенской конференции, выдвинул несколько тезисов. Во-первых, он заявил, что страны НАТО не хотят конфликта с Россией, поэтому не станут отправлять своих солдат в Украину. При этом он призвал и дальше укреплять европейский фланг НАТО. Во-вторых, Шольц вновь ушел от ответа на вопрос, будет ли Германия поставлять Украине ракеты «Таурус». Это странный вопрос. В этом году Германия потратит 7 миллиардов евро, чтобы помочь Украине обороняться. Нам нужно увеличить производство, особенно боеприпасов. Мы должны обеспечить и обслуживание этого оружия. Затем, шаг за шагом, мы решим, что будем делать в нужный момент, сказал канцлер. В-третьих, Шольц заявил, что значительные части российской армии остались нетронуты. Поэтому Германия полна решимости продолжать поддерживать Украину. В то же время министр обороны Германии Борис Писториус заявил о грядущих десятилетиях противостояния Европы с Россией. «К сожалению, нам придется жить с линиями раздела в Европе в ближайшие десятилетия», – заявил министр. Ранее о десятилетиях противостояния с Россией говорил генсек НАТО Столтенберг. Правда, он же неоднократно заявлял, что на данный момент угрозы членам Альянса Россия не представляет.
Этот же тезис он повторил во время Мюнхенской конференции. «НАТО не видит никакой непосредственной военной угрозы своим странам-членам», – заявил Столтенберг. Еще один аспект Мюнхенской конференции – попытка Украины заручиться поддержкой мировых лидеров для участия в саммите по формуле Зеленского, отмечает страна. Украина хочет провести саммит уже в марте, но мероприятие, скорее всего, перенесут на апрель или даже май, пишет Bloomberg. Причина – отсутствие кворума мировых лидеров, заявили агентству источники, знакомые с планами властей Украины. На данный момент один из ключевых вопросов – участие в саммите Китая. В этой связи глава украинского МИД Дмитрий Кулеба пытался использовать встречу на полях Мюнхенской конференции, чтобы убедить Пекин принять участие во встрече на высоком уровне. Если Россия одержит победу, Запад сменил мантру. Сложно найти лучшую метафору для того, как менялся мир на протяжении последних 2 лет, чем представленность Украины на Мюнхенской конференции, главном мировом форуме по вопросам безопасности, пишет BBC. В прошлом году Зеленский открывал Мюнхенскую конференцию по видеосвязи. Панель, в рамках которой транслировалось его выступление, называлась «Давид на Днепре», отсылая к сюжету о борьбе Давида с могучим Голиафом. В кулуарах конференции тогда много говорили о стратегическом поражении России. Зеленский высказывал надежду, что к следующему Мюнхену война уже может закончиться, и он будет выступать на конференции вживую, с трибуны, отмечает BBC. В этом году Зеленский действительно выступал в Мюнхене с трибуны, но конца украинскому кризису не видно. Панель с участием Зеленского называлась значительно менее амбициозно – «Украина в мире», а общее настроение выступавших было скорее тревожным. Если в прошлом году Украина была центром практически всех дискуссий Мюнхена, то сейчас было видно, что украинский вопрос не единственная проблема. Скорость – это главное, о чем говорили киевские гости Мюнхена и их западные партнеры. Вместо дипломатичной мантры «as long as it takes» – помогать Украине столько, сколько потребуется, на все лады повторявшейся в прошлом году. Лейтмотивом этой конференции стали слова Владимира Зеленского о том, что недостаточно делать для поддержки Украины что-то. Делать нужно все возможное, причем желательно прямо сейчас. Реакцию западных политиков на эти слова было сложно назвать единодушной. Задержки с помощью Украины привели к тому, что в дискуссиях Мюнхена вполне серьезно обсуждали перспективы развития ситуации в случае, если Россия одержит победу в нынешней войне. Подобные дискуссии были немыслимы в прошлом году, пишет BBC. Облегчить ситуацию с финансовой помощью Киева могло бы использование для восстановления Украины замороженных на Западе российских активов. Однако, судя по всему, политического решения по этому поводу на горизонте не видится. Характерно, что Зеленский в своей речи даже не упомянул об этих средствах и их возможной передаче Киеву. А премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, одной из крупнейших стран-держательниц этих активов, отвечая на вопрос об их возможной конфискации, ограничился общими рассуждениями по поводу того, что его страна не может принять такое решение самостоятельно и что Брюссель ведет консультации на эту тему с «Большой семеркой». 2022 год стал годом, когда все недооценили Украину. 2023, когда все недооценили нашего врага. 2024 должен стать моментом истины, приводит BBC в завершении статьи слова украинского бизнесмена Виктора Пинчука. Злость и пессимизм. Что тревожит европейских лидеров? На Мюнхенской конференции по безопасности доминировали пессимизм и чувство неопределенности, пишет американское издание Bloomberg. Европейцы видят, что Россия воодушевлена своими военными успехами, а США сворачивает помощь Украине. При этом Вашингтон может сократить военную поддержку не только Киева, но и всего европейского региона. И это вызывает серьезную тревогу у европейских лидеров. Сенатор-республиканец от Огайо Джеймс Дэвид Вэнс, выступая на Мюнхенской конференции, заявил, что США необходимо сфокусировать свою внешнюю политику на Азии, а значит, нужно перестать тратить ресурсы на своих друзей за Атлантикой. Аналогичного мнения придерживаются многие однопартийцы Вэнса. Проблема Европы в том, что она сама по себе не обеспечивает достаточного сдерживания, поскольку она не проявляет достаточной инициативы. «Американское одеяло привело к атрофии европейской безопасности», – сказал Вэнс. О сквозящем пессимизме на Мюнхенской конференции по безопасности пишет и британская газета Financial Times.
12 месяцев назад делегаты Мюнхенской конференции по безопасности излучали оптимизм относительно перспектив Украины. Поскольку Запад пообещал поддерживать Киев в его войне с Россией столько, сколько потребуется. В этом году, когда конфликт склонился в пользу Москвы, а вера в поддержку Запада угасла, этот оптимизм сменился унынием, отмечает издание. Настроение нынешней конференции резко контрастировало с тем оптимизмом, который излучали западные лидеры еще год назад. Прошлый год был очень самонадеянным, когда столько надежд возлагалось на украинское контрнаступление, сказала бывший сотрудник Госдепартамента США Хизер Конли. В этом году перспективы мрачнеют, поскольку Россия восстанавливает свою армию и переходит к военной экономике. Мы увидим, как Украина понесет потери на поле боя. Мы увидим значительные успехи России, а у украинцев не останется боеприпасов, прогнозирует Конли. Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр признал, что Запад был чрезмерно оптимистичен в отношении войны в 2023 году, полагая, что если обучить украинцев и предоставить необходимые боеприпасы, то они победят. На полях конференции в Мюнхене разгорелись споры о том, как восполнить дефицит вооружений в Украине. В частности, участники форума говорили о том, что ни в США, ни в Европе нет мощностей, чтобы увеличить производство оружия. При этом в заявлениях некоторых западных лидеров чувствовалась злость. Мол, их страны изо всех сил стараются ради Украины, в то время как другие государства в Европе не справляются со своей задачей. Бывший посол США в РФ Майкл Макфол заявил Financial Times, что среди его украинских друзей царит настоящее чувство разочарования. «Мы продолжаем слышать фразу «столько, сколько потребуется». Но где действия? Где ракеты «Таурус»? Где замороженные активы России? Почему их не отправляют в Украину?» – сказал Макфол. Эти разговоры не являются мейнстримом, на что обращают внимание в Китае. Министр иностранных дел Китая Ван И подтвердил на Мюнхенской конференции по безопасности, что Пекин остается приверженным мирному урегулированию в Украине, пишет китайское издание Global Times. Китайский дипломат отметил, что его страна выступает против продажи летального оружия сторонам конфликта и использования ситуации в своих целях. Участник Мюнхенской конференции, профессор Академии регионального и глобального управления Пекинского университета иностранных языков Суй Хунцзянь сказал в беседе с Global Times, что западные страны выдвигают нереалистичные требования к Китаю в отношении украинского кризиса. Например, они хотят, чтобы Китай поддержал санкции против России. Некоторые западные участники Мюнхенской конференции постоянно жалуются, что роль, которую играет Китай, недостаточно, и они надеются, что Китай сможет сократить свою торговлю с Россией, сказал Цуй Хунцзянь. Эксперт отмечает, что санкционные меры не помогут разрешить конфликт, и если Китай встанет на сторону Запада, это окажет негативное влияние на стратегический баланс и стабильность в мире. По словам Цуй Хунцзяня, некоторые западные чиновники, в том числе генсек НАТО Йенс Столтенберг, раздувают слухи о том, что Китай и Россия якобы формируют альянс, чтобы бросить вызов Западу, а украинский кризис пытаются связать с тайваньским вопросом. Это делается, исходя из гегемонистских интересов США, считает эксперт. Но, к счастью, эти разговоры не являются мейнстримом, заключил Цуй Хунцзянь на основе своих бесед с европейскими участниками Мюнхенской конференции. Global Times также отмечает, что после нескольких месяцев упорных боев Россия установила контроль над Авдеевкой. По мнению китайских экспертов, это дает Москве преимущество решать, продолжать наступать или перейти в оборону, защищая территории, находящиеся под ее контролем. Многие западные аналитики осведомлены об изменениях на поле боя и все больше сомневаются в необходимости и эффективности дорогостоящей военной помощи Украине, сообщили Global Times некоторые участники Мюнхенской конференции. Но что бы ни происходило на поле боя, позиция Китая по развитию диалога и созданию условий для мирных переговоров не изменится. Однако перспективы мирных переговоров будут зависеть также от того, сколько препятствий этому может создать Запад во главе с США, резюмирует издание.